президент Дмитрий Медведев сказал, что 40 миллионов россиян живут в экологически неблагоприятных условиях и подчеркнул особую важность экологической безопасности страны. Чтобы выжить, люди должны обладать экологическим сознанием. Это означает понимание того, что биосфера, производство и общество – это единое целое, что биосфера – это та система, которую легко нарушить и много труднее и дороже восстановить. Экологическое сознание означает чувство ответственности за природу перед обществом и перед самой природой, ибо человек – только один из ее элементов. Экологическое сознание не приходит сразу, его надо воспитывать и развивать в себе и окружающих. При развитом чувстве ответственности за природу и заботливом отношении к ней, технолог завода не сольет отходы в реку, а будет налаживать безотходное производство. Работник лесной промышленности не будет вырубать лес у истоков и вдоль русла рек. При высоком экологическом сознании не будет места и браконьерству. Большую роль в воспитании экологического сознания играет экологическое образование. Примером может служить проведение в 2008 году региональной общественной организации «Живая земля» школы юного эколога на базе парка Кузьминки-Люблино. Целью школы является экологическое просвещение учащихся, воспитание их в духе любви к природе, к их малой родине, парку Кузьминки-Люблино. Для этого был проведен цикл лекций и экскурсий школы юного эколога различной экологической направленности: геоэкологический, историко-экологический, гидрологический, биолого-ботанический, биолого-зоологический и многих других направлений. В лесопарке можно встретить водоросли, которые растут на деревьях. Это эпифитные водоросли. Участники экологической школы проводят их изучение. На деревьях в лесопарке Кузьминки-Люблино растут очень интересные грибы. Например, серно-желтый крутовик. Он интересен тем, что съедобен в молодом возрасте. Лишайники, которых в лесопарке очень много, являются хорошими индикаторами чистоты воздуха. Здесь даже растет лишайник, который занесен в Красную книгу. Это лишайник называется верхнесливовый или дубовый мох. И, конечно же, особое значение приобретают экологические праздники. Thank you.
после рождения вам кузьминской школы. Кто будет с тобой? Новое мышление отражается в отношении к природе. Спасение природы стало одним из условий сохранения жизни на Земле. Экологическая безопасность страны в наших руках. Только от нас самих зависит то, каким воздухом мы будем дышать. От нас самих зависит, что мы будем слышать – рев машин или пение птиц. И только от нас зависит, что мы будем видеть на обочинах дорог – мусор и пивные бутылки – или же в наших городах будут расти цветы. В городах, где зимою не видно зари, где за крышами спрятана даль, по весне, словно добрые духи земли, растают цветы сквозь асфальт. От того, что загадка какая-то есть на земле у любой красоты. От того, что родился и вырос я здесь, я люблю городские цветы, городские цветы, городские цветы. А вот опять я кричу вам сквозь рокот и дым, городские цветы, городские цветы навсегда. Когда фонари фиолетовым цедят свет над ночной мостовой, снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, заросших травой. Может быть, как никто, понимаю я вас, потому что, устав на бегу, проклинал этот город я тысячу раз. А покинуть вовек не смогу. Городские цветы,
будет проводиться таких экологических школ, тем лучше для всех нас.